Беседы Правичный на телеканале Рудана, я витаю наших глядачев и витаю у нас у студии про Александра Горванкова. Здравствуйте. Здравствуйте Александр, про что говорим. Начинается пост, поговорим о посте с точки зрения как монашеской дисциплины, потому что надо понимать, что пост как упражнение духовное ⁇ это не придумка мирян, это инструмент, которым пользовались. Люди, желаючи чогось більше, ніж просто вірити в Бога і признавати, що Он є, і поклонятися йому, здавати йому хвалу і просить у нього того і ліного блага. Ну але ж з э, самого початку чернецтва не було, чернецтво виникло вже в третьому столітті. Да? А ми бачимо ще в Євангелії, коли там іще Христос ходив по землі, йому дорікали, що твої учні не постують. Так, да, можна привести і більш ранні моменти, там, наприклад, пост в буддизмі, Пост в других религиях, то есть пост это не произведение, которое придумали монахи, это то, что они взяли на вооружение. Пост был и у еврейского народа, мы же знаем моменты, когда люди накладывали на себя пост, или праведники согрешившие постились, или весь народ постился. То есть пост как явление, он известен давным-давно и... В частности, он вклинился и в христианство не как изобретение христианское, а как изобретение общечеловеческое. И тут надо понять несколько важных вещей, почему вот подобное явление вошло в жизнь религиозную и христиан. Мы не будем обсуждать, почему оно вошло, например, в жизнь мусульман или тех же буддистов. Вот нас интересуют христиане, почему мы постимся и кому мы подражаем и что мы хотим в результате от этого поста получить. И первое, что приходит в голову, это то, что христианин, который пытается что-то делать, он понимает, что очень важны в духовной жизни какие-то страдания. Потому что Бог страдал, Бог терпел нам, велел. Или взять в посланиях апостола, когда сказано, что... Господь через страдания совершил или в русском переводе сделал совершенным Иисуса Христа. То есть вот эти страдания Христа, апостол пишет, что через них стал совершенным сам Христос. Каким образом это произошло, мы этого касаться не будем, потому что здесь пойдет глубокое богословие, нам сейчас оно не надо. И вот это понимание, что страдания, они необходимы, оно присутствует даже в жизни обычного человека, даже человека современного и человека напрочаторванного от церкви, который может сказать: вот я воевал, вот у, -у, -у. у меня раны, вот у меня есть или как это ранение вот у меня есть контузия или что-то еще. Вот люди любят рассказывать об этом, что вот я пережил или пережила голодовку, я пережила тяжелые послевоенные годы и если задать хамский вопрос «И что?», то человек поймет, что ничего. Более того, вот конфликт у нас в Украине военный, он сейчас приводит к священникам многих людей, которые первоначально — это люди, приходящие с претензиями, что вот ты здесь сидишь, мужик здоровый, а я там за тебя воюю. И всегда есть первоначально, ну не всегда, часто претензии, что я лучше тебя, потому что я там за тебя кровь проливал, прикрывал грудью границы, кордоны. И когда с подобным человеком разговариваешь дальше, не идешь на конфликт, не, не, не надо никому ничего доказывать, а просто расспрашиваешь, то в конце человек приходит к выводу, что да он и сам не особо ценит это, этот момент. Не в том плане, что он считает, что это было легко, это было очень тяжело. Но он понимает, что. Важности в этом особо и нет. Да, страдал, да, получил ранение, да, пережил тяж... тяжелейшее время, но только внешне ему кажется, что он благодаря этим страданиям, он имеет возможность или имеет право сказать что-то людям, не страдавшим. Ну, говорят же о то что страждания облагороживают душу, да? Совершенно верно. Вот именно это сознание общечеловеческое, например, Блэс Паскаль сказал, что я верю только тем свидетелям, которые дали перерезать себе глотку за свои убеждения. То есть, опять же, я верю только тем, кто доказал свои убеждения, тем, что он чем-то пожертвовал. Ну, наши мученики, например, которые могли проповедовать, но многих убеждала не столь проповедь и не сколько слова, сколь терпение или перенесение вот этих страшных страданий. И это становилось неким таким моментом, который убеждал человека, что это не просто глупость, это не просто какое-то заблуждение, это не просто человек решил упереться и пойти против власти, которая предлагает бросить там на жертвенник горсть ладана. Этими страданиями человек доказывал другим, что его убеждения настолько сильнее и выше этих страданий, что он получал как бы легитимизацию в том плане, что я имею право говорить, я это пережил и я своими страданиями я свидетельствую, что имею право на слово. И подобный взгляд он присутствует во всех религиях, что Мир, который есть, он испорчен, он сломан. Один богослов, которого сейчас уже не модно цитировать, тем не менее сказал важную вещь, что э, Вселенная э, как программа, она совершила ошибку, и она будет закрыта. То есть христиане говорят, что мир имеет конец. Угу. Э, об этом есть понимание практически во всех религиях что мир несовершенен. Тот мир, в котором, который мы видим, тот мир, в котором мы находимся и воспринимаем нашими органами чувств, этот мир, открытый для нас, он какой-то не такой. Он, что ли, недооткрытый, он скрытый от нашего взора. И для того, чтобы наши глаза очистились, или, можно сказать, стали духовными так красиво, то для этого надо переносить определенные какие-то лишения, определенные страдания. И посредством этих страданий я приобретаю какую-то нужную форму своих чувств и восприятий, чтобы увидеть настоящую реальность, как в фильме Матрица. Для того, чтобы увидеть реальный мир, надо было оставить мир комфортный. Нео вышел из зоны комфорта и очутился в мире, который совсем ему не дружественный. Мир, который совсем не таков. Ему уже не надо ходить в офис на непыльную работу и по вечерам ходить на дискотеку. Ему надо уже воевать. Но ну, мы не можем сказать, что пись – это прям уж такие страждания, страждания, от которых нам так погано, погано. Смотря кто как постится. Если взять все-таки тот пост, который предлагается нам – а надо напомнить еще раз, что поста для мирян не существует. Миряне постятся по уставу монашескому. То есть mm -hmm. все, мон все посты, которые прописаны для нас, это не, они прописаны не для нас, они прописаны для монахов. Более того, в разные века находились смелые монахи, которые говорили, что мирянам это слишком тяжело, мирянам это не надо. Например, были такие люди, которые говорили, что для монаха 40-дневный пост перед Рождеством – это хорошо, это правильно. Но для мирянина достаточно двух недель перед Рождеством. Пост, который варьируется в Петропавловский, там он от двух недель и до чуть ли не до 50, этот пост также для мирян сокращается на неделю, то есть буквально mm -hmm. неделю. Это были рекомендации святых людей, это не просто так кто-то сказал смелым языком. И вот это понимание, что пост, упражнение монашеское, его очень сильно нам не хватает, потому что пост как воздержание от еды и вот такой строгий, настоящий, не такой как у нас, когда Ладно, мясо не едим, молоко отказались, ну сэкономили чуть-чуть, зато купил себе красные рыбы. То есть, ну, mm -hmm. допустим, это не великий пост, или в великий пост там благовещение, когда попадает, или вербное воскресенье, когда можно. Тогда теряется вообще все понимание самой сути поста. Ведь пост это не перемена еды, это именно принуждение себя. Вот если брать настоящий монашеский пост, угу. это принуждение себя к употреблению того, что мне не нравится. То есть я не угу. меняю шашлык на моллюски. Моллюски тоже очень даже, и по цене они могут быть даже дороже. Если взять Иоанна Златоуста, то Златоуст еще обращал внимание на финансовую сторону. Поэтому сам пост как монашеское изобретение, он не столь легкий, каким он бывает для мирян, если бы мы постились по правилам, которые предписывают пост для монашествующих. Вот именно третий, четвертый век, расцвет монашества, он появляется как движение христианской души навстречу Бога из-за отсутствия мучений. Монахи, которые хотели бы отдать свою душу за Бога, ну, скажем, тело, за Бога, они перестали иметь эту возможность. Например, Ориген, он очень переживал по поводу того, что он не может э, закончить жизнь мученически, поскольку он был э, рожден у крещенных родителей, а по римским законам уже нельзя было. Если ты угу. рожден у христиан, значит ты не можешь быть мучеником, таких оставляли. Только новокрещенных тех имели право мучить. И поэтому монашество и его аскетика такая строгость себе и, в частности, пост. Он возникает как потребность в том, чтобы себя ограничить и в том, чтобы себя ужать до очень неудобных размеров. Пост — это не тогда, когда легкий живот. Пост — это когда я по-настоящему хочу есть. Это не когда я удовлетворил свои первичные желания, даже сбросил несколько килограмм. Это не пост, это фитнес. А пост — это когда мне это приносит настоящее неудобство, настоящую скорбь, настоящие такие проблемы. Именно в этом пост первоначально возникает, ну, не было момента, что он вот возник. Пост вклинивается в монашескую жизнь как желание скорби, желание через эти скорби, чтобы открылся тот неведомый или очень хорошо скрытый духовный мир. Дякую вам за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что в наступных передачах Ми спробуємо і далі поговорити про піст, про чернечий піст і про піст, який все-таки можуть як таке духовну вправу таку використовувати звичайні миряни. Іменно так. ангела -хранителя. Бесіди про вічне триває. Далі будемо говорити про життя святих. Я вітаю у нас Анатолія Федоровича Ахінченка. Доброго дня. Анатолій Федорович, хто сьогодні наш герой? Сьогодні ми будемо говорити, вельми Наталія Юрівна, про дияконських апостолів Пармена і Неканора. Між ними було дуже багато спільного, насамперед, те, що вони були вибрані апостолами найближчими сподвижниками, учнями нашого Христа Спасителя, для того, щоб допомагати піклуватися і утримувати християнські общини, чисельність яких невпинно збільшувалася. Зокрема, ця знакова подія відбулася в Єрусалимі, і обидва апостоли були рукопокладені, на той час вони, звичайно ж, апостолами не були, вони були покладені в сам діяконських апостолів. Головне їх завдання це було піклуватися про збір пожертвувань і коштів, організація харчування, піклування про вдів і сиріт, а їх було дуже багато. Тому що весь час відбувалися за часів римських імператорів страшні ганіння на християнську церкву і на перших християн. Тому дуже багато чоловіків гинуло, багато гинуло жінок, дітей. А ті, що залишалися, вони залишалися без своїх утриманців, і тому про них треба було піклуватися. Характерно, що і Неканор, і Пармен були іудеями за походженнями, вони були друзями по життю, народилися вони в Єрусалимі. Були охрещені святими апостолами і разом почали свою діяльність. Характерно, що життя одного і іншого з перших днів служіння Господу і християнській церкві було сповнено величезних небезпек і загроз. Зокрема, недовго тривало земне життя майбутнього святого апостола Неканора. коли за часів ізраїльського царя Ірода Великого Агріппи. Почалися страшні гадіння на Єрусалимську церкву. Вони тривали декілька днів, і в результаті цих переслідувань мученицькою смертю загинуло більш ніж дві тисячі християн. Ми вже говорили в одній із попередніх бесід про те, що вінцем першомученика був увінчений архідіакон Стефан, старший серед діаконських апостолів. Така ж трагічна доля спіткала і його духовного побратима, майбутнього апостола. Никанора, він також був захоплений розлюченими фарисеями. Його жорстоко побили камінням і палицями, а пізніше забили до смерті. Ця трагічна подія відбулася паралельно із загибеллю архідіякона Стефана. Тобто в тому самому році так, е, да, вона навіть відбулася буквально на слідуючий день після того, як mm -hmm. Стефан був забитий каміннями. І полицями, розлюченими фарисеями. Характерно, що апостоли оплакали свого побратима і поховали його в Єрусалимі. Трошки по-іншому склалася доля іншого діаконського апостола Пармена, але і тут немає одностайності серед вчених. Що вони говорять? Одна група дослідників вважають, що він. Помер ще до того моменту в Єрусалимі, тяжко захворів, і помер до того періоду, поки апостоли ще перебували в Єрусалимі і тільки-тільки кинули жереб, згідно з яким їм дісталися. Віддалені провінції Римської імперії, куди їм слідувало було нести слово Господнє, благовіствувати і навертати язичників до християнства, тобто також в перші роки буквально існування церкви буквально Христової? буквально так, так воно відбулося згідно із твердженнями окремої групи учених. Вони навіть говорять про те, що апостоли оплакали пармена і теж поховали його в Єрусалимі, але існують і інші діаметрально протилежні джерела, які дають нам підстави. Вважати, що апостол Пармен не помер від хвороби на території Єрусалиму. Він врятувався під час оцих страшних переслідувань, які випали на долю Єрусалимської церкви. Йому вдалося уникнути смерті, і він виїхав за межі Ізраїля і Іудеї. Його шлях направлявся по Середземному морю на Балканський півострів. І там він самостійно, до речі, благовіствував і, згідно з твердженнями цих дослідників Святого Письма, на території Македонії, Греції, а пізніше переселився на острів Кіпр. Кіпр на той час він також входив до складу Римської імперії, був досить густо заселеним, але у переважній більшості населення його на той час належало до язичників. Воно стояло на язичницьких позиціях. І ось Пармен. Був одним із перших, хто благовіствував на цьому велолюдному острові. Він створив там чисельну християнську общину, незважаючи на небезпеку і загрозу, йому постійно загрожували місцеві вельможі і рабовласники. Він навіть побудував християнську церкву, піклувався про своїх учнів і про благоустрій першої християнської общини. Але, на жаль, він також не уникнув мученичеської смерті. Ця трагічна подія відбулася в останній рік перебування при владі римського імператора Траяна. Це був 117 й рік після Різдва Христового. Троян це був останній римський імператор, який здійснив завоювання і розширив кордони і так величезної Римської імперії. Після його смерті імперія перейшла вже до стратегічної оборони і до захисту і утримання тих територій, які були раніше завойовані. Але Троян він не відзначався такими добропорядними намірами. Він також був жорстокий правитель. Він, як і його попередники, і послідовники, жорстоко переслідував перших християн і санкціонував також і мученицьку кончину в місті Соли на Кіпрі і святого деяканського апостола Пармена. Там, до речі, за свідченням істориків, знаходилась і перебувала його гробниця. Як бачимо, і Пармен, і Неканор, вони діяли в дуже суворих умовах, в атмосфері ворожнечі, неприйняття, постійних погроз, але вони були керовані Духом Святим. Вони діяли згідно з тими словами, які при житті ще сказав апостол Павло і апостол Петро. Зокрема, апостол Петро заявляв про те, що, Господи, куди ж нам іти, адже глаголи життя вічного знаходяться у Тебе. Тому вони приймали мученическу смерть, не боячись наслідків, а навпаки, сподіваючись на те, що вони зустрінуться в Господньому обітованому небесному храмі і будуть служити разом із нашим Спасителем і Господом Ісусом Христом. Дякую вам дуже за сьогоднішню Спаси Спасибо, Господи, ангел хранителі